Всем доброе утро, кому-то добрый день, кому-то добрый вечер, а кому-то доброй ночи. Кому как. Сегодня у нас суббота, и всю ночь с крыши падали сосульки, потому что температура сегодня 0 градусов. И, ребята, смотрите, на машине растаял весь снег. Только вчера я думал о том, как бы почистить снег с крыши, потому что туда не добраться слишком высоко. А за сегодняшнюю ночь он практически весь растаял. Маленькую машину я еще не видел. Наверное, скорее всего, там тоже что-то растаяло. Очень, кстати, хорошо. Потому что столько много снегу, это не есть хорошо, потому что не выехать, не пройти и так далее. Поэтому снега уже поменьше. Сегодня я отправляюсь на поиски журнала. Это журнал «Легендарные советские автомобили» в масштабе к 1 к 24. Выпуск обещали 17 числа, но вчера, зайдя в группу, выяснилось, что журналы уже в продаже. Их запустили первую партию для того, чтобы посмотреть, будут они пользоваться спросом или нет. Если спросом пользоваться они не будут, то в продажу они не пойдут. Поэтому пока они есть в ларьках, где-то придется мне искать. Вот за сегодня и за завтра я планирую это сделать. Проехать сначала по своему району, а потом, если не получится, значит, поеду в другой какой-то район и буду там искать. Так что вот такие у меня планы на эти выходные. Да, и журнал, конечно же, подорожал. Вот, но в этот раз буду брать, потому что в этот раз журнал ВАЗ-2102. Вот, в красивом цвете, в таком вишневом. Поэтому его я очень хочу купить. Так что вот так. А сейчас идем завтракать. Плюс сегодня. Ну, не плюс даже, а ноль. Вот. Не знаю, как там по погоде. В общем, сейчас сначала мы идем. Нужно распечатать заявление по своему подъезду. Ну, я напечатаю пока 10 штучек. Я думаю, мне достаточно. А там потом, если кому-то надо будет еще, то потом распечатаю. Вот, раздам. А потом уже тогда пойду искать журнал, ну, дойду до своего метро, а там по ларькам посмотрю. Если там ничего не будет, то тогда уже, наверное, ну, уже поздно, наверное, будет завтра, тогда уже буду полностью день убивать, чтобы в другие районы ездить. Так что вот так. Как-то после праздника здесь. Сейчас смотри. Ничего не осталось. Курочки. Ну, пустые полки. Пустые полки. Ничего такого тут нет. А? Как-то ничего интересного здесь нет. Это что такое? Украшение автомобиля. А, это не приборный панель. В общем, ничего такого здесь нет. Ксерокс. Ну, там, где делают ксерокс, был перерыв. Зашли в фикс прайс. Ничего интересного в фикс-прайсе нет вообще, просто все разобрано, пустые полки. Как-то вообще фикс-прайс становится неинтересным. Раньше как-то было интересно, можно было что-то купить, и автомобильное можно было что-то купить интересное, и что-то в подарок. А сейчас в основном, там за исключением, может быть, какие-то, я не знаю, там продукты, лимонад, что-нибудь такое. Так. В общем, сделал ксерокс, 10 листов. Ну, чисто там по своим соседям, кому нужно, еще раскидаю. Ну, раздам, вернее. Все, а там уже кому не надо, тому не надо, не буду я ходить. Сколько насобираем, столько насобираем. Там уже потом будем добирать. Вот, а сейчас дойду до метро, посмотрю, есть ли там журналы. Если нет, значит, тогда уже завтра буду убивать день на то, чтобы ездить искать. Сегодня как бы, в принципе, тепло, ноль. Но вот изначально, когда только вышли из дома, был такой вот ветер. Как-то вот немножко так, если ветер, прохладно. Если ветра нет, вообще хорошо, тепло. О чудо, ребята, журнал у меня, вот. А купил я его практически рядом с домом у рынка, то есть можно было к метро не ходить. Просто редко, когда у него бывает, но была надежда. Так что завтра никуда ехать не надо. Так что сегодня у меня будет обзор. Потому что ребята, которые ждут журнала, уже заждались. Все. Иду счастливый домой. Взял с собой бутылку, ой, с горячей водой. Буду сейчас маленькую машину реанимировать и пытаться выехать оттуда. А горячую воду, потому что стекла, печка не работает. Надо, чтобы хоть стекла оттаяли немножко, чтобы у меня была возможность хоть видеть дорогу. Так что будем сейчас пробовать выезжать. Удивительно то, что за столько, сколько машина стояла, наверное, недели две я ее не заводил. Аккумулятор слабенький, завелась с полуоборота.
У меня только вопрос, как я буду отсюда выезжать? Я боюсь, что я даже выехать отсюда не смогу. Ну хотя бы ладно, сейчас прогрею машину, счищу снег. Вот вода немножко у меня постоит сейчас в холоде, чтобы сильных кипяток не было, чтобы стекла не луснули. Ну не треснуло, чтоб. В общем, сейчас пока снег счищу, отогрею. И попытаюсь отогнать, доехать до шиномонтажа. Вот, посмотреть, сколько у меня давления в шинах, потому что давно уже не пользовался. Это колесо меня что-то подспускало. И потом какое-нибудь другое место переставлю. Но около дома не успел, потому что уже сосед занял место. Ладно, будем искать, если вообще сможем отсюда выехать. Эта попытка выехать не увенчалась успехом. Мало того, новая проблема добавилась. Теперь не работают дворники. Не знаю, с чем это связано. Я проверил предохранители. Один предохранитель был перегоревший. Я его заменил. Дворники все равно не работают. Не выехать. В общем, сейчас иду в «Газель» и буду брать лопату. В «Газели» лежит лопата, и буду откапываться. По-другому никак не выехать. Но надо выезжать. В общем, принесли мне еще заявление. Вот положили, смятые, правда, что. В общем, в машине сломалось все, что только можно. Абсолютно. Свет не горит, дворники не горят, поворотники не горят. По предохранителям я посмотрел, вроде бы, ну, все нормально. В общем, завтра, наверное, поеду на, если получится доехать, с поезд запотевшие стекла в Лондон Молл. Ой, не в Лондон Молл, а в Окей на Ладожской. Там есть теплая парковка. Приеду туда, попробую отогреть, потому что это невозможно. Надо что-то с машиной делать, и причем срочно. На улице уже вечер, время 10 часов. В общем, наелся я этой пиццы. Так наелся, что лег немножко полежать и уснул. И часа 3 я спал. Так что опять сегодня до 3 часов ночи буду куролесить, не уснуть. Сейчас посмотрел одно видео женщины, которая рассказывала про клиническую смерть. Мне это, конечно, интересно, но вы знаете, соглашаться с этим или нет, ну, я не могу с точностью утверждать, что это так, потому что, ну, нет этому доказательств. То, что видел человек, мы не можем утверждать. Опять-таки, я вот рассказывал на своем канале про религию, да, что мы не можем утверждать. Вот пока ты сам, как говорится, на примере не убедишься, да, то верить это или нет. Верить или нет, тебе решать, как бы интересно это или нет. Вот, я не буду оставлять ссылку на этот канал, дабы не пиарить ее. Вот, кто захочет, просто посмотрите, таких видеозаписей много. Единственное, что скажу, что она русская, но живет за границей. Может быть, кому-то попадется на просторах интернета этот канал. Вот, но пиарить я его не буду. Я там несколько видео посмотрел, но некоторые видео мне не понравились, потому что я понял, что как-то это... Вот, а это видео мне просто было интересно понять, что видит человек. Но вообще, если смотреть, то каждый человек видит что-то свое. Вот кто-то, если попадает в какой-то момент на какое-то время клинической смерти, да, то он видит что-то свое каждый. Поэтому с точностью утверждать, что там что именно вот так, невозможно. Но что-то есть. Я уверен в том, что там что-то есть, но утверждать, что конкретно, я не могу. Но есть люди, которые верят, что там ничего нет. То есть я умер и все. То есть я уснул. Может быть и так. Поэтому неважно. В общем, погода у нас не изменилась, слава богу, и завтра будет такая же погода. Я надеюсь на это, потому что завтра я поеду в теплую парковку отогревать машину и буду ее чинить, потому что уже это надоело. Надо хотя бы, чтобы печка работала. Если будет, как только я сделаю печку, как только будет работать печка, я смогу на машине уже куда-то ездить, хотя бы так, понемножку, чтобы она не застаивалась. Вот, и узнаю, может быть, есть все-таки какие-то авторынки, где можно попробовать самому эту машину продать. Так что вот так. Сегодня... сделали обзор на рецепт торта. Мама делала, я снимал, так что сейчас тоже на канале выложу. Сегодня мне еще предстоит сделать обзор на журнал, который я купил, потому что давно уже не делал выпусков, уже ребята ждут мои обзоры. Вот, обязательно выложу. Вот, сейчас уже, заканчивая свой день, получил комментарий от Ника, по-моему, пчелка там что-то, по поводу опять канала «Саранча». Уж я не знаю, что уж покоя не дает этот канал вообще. Вот я хочу обратиться к этой женщине. Я там думаю, что, наверное, эта женщина пчелка. Ну, она знает, она писала мне в комментариях. Ребята, это мое личное дело. Нравится мне канал «Саранча». Не нравится. Нравится мне смотреть канал тети Любы. Не нравится. Общаемся, мы не общаемся. Это мое личное дело. Вы серьезно считаете, что если вы мне сейчас скажете, чтобы я не смотрел этот канал, я смотреть его не буду?
Она мне написала там, что же вам нравится в этой мерзкой, лицемерной тетке, которая любит только саму себя. Что вам нравится смотреть, как она примеряет тапочки, платьица и так далее. И канал ее дочери намного интереснее. Да, на канал ее дочери тоже я подписан, на Amari Life. Но дело все в том, что канал ее дочери я смотрю немножко пореже. Ну, тоже смотрю, но не прямо так вот, как канал Любови Алексеевны. Вот, потому что, в принципе, вот как раз-таки на канале дочери там большинство связано с примеркой одежды, с какими-то девчачьими такими вот какие-то моментами. Вот если девчачьи моменты, да, я как бы, ну, пропускаю. А если что-то вот там связанное с машиной или вот там еще с чем-то, или когда мама приходит в гости, я это смотрю. Что же касается у Любови Алексеевны, у нее не только видео про то, как она меряет одежду, про ее жизнь. Мне уже интересно, да, я уже как бы... давно на этом канале, да, уже ну, долгое время, например, мне интересно, а как дела у дяди Бори, да, например, или как здоровье у мамы и тети. И если вы пишете, уважаемая пчелка, что у нее плохие отношения с ее сверстниками, то посмотрите, сколько на канале, сколько в стриме пишет женщин ее же возраста. И она с ними в очень хорошем отношении. Никому он лапшу на уши не вешает. Человек, если сам не поддается к тому, чтобы ему вешали лапшу на уши, да, то этого не будет. Если человек сам поддается, да, то есть он ведомый, то есть он сам поглощает и понимает, что ему вешают лапшу на уши, он в это верит, тогда да. Но я не думаю, что люди такие. Поэтому я думаю, что это неправда. Вообще все, что вы пишете, неправда. Поэтому, уважаемые хейтеры, я вот так вас называю, отстаньте, ради бога, от канала Саранча, отстаньте от моего канала. Мы хотим, мы дружим, мы общаемся. Не захотим, не будем. Никого не заставлять. Это личное дело каждого. YouTube – это простор. Посмотрел, не понравилось, иди дальше. Найди себе другой канал. Но вы, естественно, другой себе канал не будете искать, потому что вы хейтите на этом канале, и вам за это платят деньги. Все мы прекрасно знаем, что YouTube платит хейтерам. Поэтому, ну, живите и процветайте, как говорится. Хотите осуждать других людей? Осуждайте. Все. Ладно, не буду заострять долго внимание на этом. А на этом все. Сегодняшний день свой заканчиваю. Вам желаю всего самого хорошего и спокойной ночи. Пока-пока. Пойду записывать обзоры дальше.